Боже мой, как же тут скучно. А ты бежишь себе, бежишь по пони-креатору. Короче говоря, побег из пони-креатора. Боже мой, тут еще какой-то синий человечек, беленький. Ладно. Идем дальше, как непримечалые люди. Такс. Я не поняла. Что это за место? Стоп. Я ж тут была. Так. Окей. Пойду-ка я дальше. Еще дальше. Я не могу про это сказать. Ты вообще везде боитесь, что ли? Че я тут вообще делаю? Хватит уже в пони-креаторам этом заучать. Ладно, пойдем дальше. Тут никого нет. Можно лететь. Хватит уже нам так издеваться. Вы надоели уже. Боже. Как же мне все это сдуло. Ладно. Ладно. Все в порядке. Ничего. В крайнем смысле. Я не поняла, что происходит? Ладно, пофиг. Так. Вот я спустилась. Ну, ладно, что ж делать? Пойдем дальше. Это не то, что космос. Нет, конечно, я скучаю по космосу, но все равно, короче говоря, просто идем дальше. Стоп. Блин. Я забыла Настю. Да черт возьми, где Еносис в этом пони-креаторе? Боже мой, где Еносис? Ладно. Да ладно. Уже все равно. Уже пофиг. Ждем. Эй, Саша, прости, конечно, то, что я так долго, просто я немножко, чуточку задержалась, я, короче говоря, честно, я просто заблудилась, прости, я не хотела так, просто так случайно вышло, да, прости, я просто так не хотела, резко, конечно. Но все равно. Прости. Да. И очень хотела это делать, так что все равно прости. С тобой
С тобой все в порядке? Вот такой ответ я ожидала услышать. Короче говоря, ладно, пока мне пора. Стоп, погоди. Ладно, пока.